Академика Булаховского, 36. Панельный девятиэтажный дом 1976 года. В 2004 сделан капитальный ремонт здания. Двор тенистый, высажены палисадники. В доме три подъезда. Входы оборудованы домофонами и пандусами в удовлетворительном состоянии. Рядом современная детская площадка. Имеются немногочисленные места для парковки. Недалеко находится зона отдыха на берегу Святошинского озера. Практически у дома лес. Рядом есть детский сад и школа. Несколько супермаркетов, аптека. В 20 минутах ходьбы станция метро «Академгородок». Общее состояние дома удовлетворительное.